27 ноября вся страна отметила День морской пехоты. Это особый уникальный род войск не только военно-морского флота, но и вооруженных сил России, который не раз подтверждал свою необходимость и высокую значимость для нашего государства и защиты его интересов. Сегодня мы собрались в этот особый именно для вас день. День, когда мы чествуем людей, проявивших отвагу и доблесть наших героев, морских пехотинцев. В этот день мы хотим выразить свою благодарность и уважение всем морским пехотинцам России. Поздравили пехотинцев с профессиональным праздником заместитель командующего Каспийской флотилией, капитан первого ранга Сергей Ракаускас, военный комиссар города Марат Пашаев, председатель Совета ветеранов Афганистана Магометариб Якубов, председатель Совета старейшин Ганифат Джабраилов и многие другие. Мы считаем своим долгом, своей необходимостью всем еще раз напомнить о той задаче, о той важности, которую выполняют сегодня морские пехотинцы. В первую очередь мы говорим про морских пехотинцев Каспийской флотилии, те боевые задачи, которые они выполняют вдали от дома. И, конечно же, вспоминаем тех, кто до конца выполнил свой воинский долг, до конца остался верен своей присяге, но, к сожалению, сегодня уже не с нами. Участие в мероприятии приняло и подрастающее поколение, члены клуба молодого патриота Отечества и юнармейцы первой и второй школы Каспийска. Таиса Паршина прочитала стихотворение, посвященное морской пехоте. Служить там, ребята, огромная честь, их лозунг как выстрел, только вперед, где мы, там победа в создании живет. Мне хочется тихо, негромко сказать, что лучше пехоты морской не сыскать. В этот вечер творческие номера подготовили солисты ансамбля «Песни и пляски» пограничного управления ФСБ по Республике Дагестан Ангелина Абдурашидова и Кирилл Шувалов. Для всех присутствующих организаторы встречи подготовили тематические видеоролики. Завершилось мероприятие вручением цветов женам пехотинцев и чаепитием.